Ну что вы видите, а? А видите вы, друзья, макитру с водой, с картошкой и с куском морковки, мелко порезанной, но замерзшей. Сейчас мы с вами будем готовить суперблюдо, которое вы никогда в жизни не готовили и не ели. Да я тоже. Я тоже не ел такое блюдо. Это мой желудок сегодня нафантазировал. Итак, для начала вы наливаете воды вот такую маленькую макитрочку. Кто-то там стучит за дверью. Козел какой-то. Ну, неважно. А может, коза. Неважно. Итак, значит, друзья, картошки. Три картошки я порезал. Можете четыре, неважно. Кто сколько съест. Морковки мороженой, порезанной мелко, отрезал, бросил. Еще не солил. Солить буду позже. Поняли? И все это сейчас у меня будет немного вариться. Все, ждем, когда она будет вариться. Как она будет вариться. Как долго, я не знаю, друзья. Я вот по времени. Прошло всего... Вот, друзья, видите, закипело. Теперь смотрите. Видите вот эту зеленую травку? Она называется щавель. Это моя любимая, купила где-то. И мне выделила, потому что, говорит, полезно. Сейчас я его буду засыпать сюда. Поняли? Смотрите, я покажу. Берем левой рукой ложку и начинаем засыпать. Неудобно. Берем, меняем руку. Чтобы руки не уставали, надо менять. Два ложка. Друзья, смотрите, три ложка. Вот так помочили, чтобы отлипло. Ну, блин, как неудобно, а. Четыре ложка. Мочите все время, чтобы отлипало. А то он прилипает, гад. Пять ложка. Ладно, друзья, не буду вас мучить. Я засыплю ровно 10 ложек. Засыпал, а вы сколько хотите? Оно кипит, бурлит уже несколько минут. Но неважно, друзья. Теперь я буду закидывать. Видите, что? Это нано-пельмени. Маленькие такие пельмешки. Я кину пару горстей. Ну, штук 20-30. Поняли? Вот так берешь горсточку, набрал чик сюда. Запомнили? Берешь горсточку. Горсточку набрал вот. О. И далее кинул. Поняли? Ну, можно еще одну. Давайте еще одну. Супчик нано-пельменями мы не испортим. Во! И пускай варится, окей? В открытом виде, не закрывайте. А то вся будет вот здесь, на печке. Итак, вы поняли, напоминаю, кто не видел. А что напоминать, вы включите сначала видеоролики, посмотрите. И вот эту бардамашку, я люблю фантазировать, слышите, я ни разу еще не ел щавелевый супец с пельменями, представляете? Попробуйте, друзья, наверное, вкусно. Сейчас я буду делать обыкновенную зажарочку в этой макитре. Лук жареный туда зальем. На подсолнечном масле. Несколько минут, одну или две, а может три, мой лук будет готов. Друзья, для поджарки, видите, я взял луковицу калибра 40 миллиметров примерно и порезал мелко, видите? И сейчас я сюда в бурлящие в щавеле пельмени, нано-пельмени заброшу вот эту зажарочку. Кстати, видите, он уже коричневеет. Сейчас вот я камеру выключу и помешаю чуть-чуть его и высыплю. Но дальше вам уже не интересно смотреть. Вы поняли, какое супер блюдо сегодня я залью в свою помойную яму. Ну, в смысле, желудок. Поняли? Попробуйте, друзья. Нано-пельмени со щавлем. Это должно быть с картошкой. Не забудьте картошки. Морковки, если есть другие овощи, еще киньте. У меня бы было, я бы кинул, но мне денег не хватило на другие компоненты. Я же нищий, я же
нищий первой гильдии пенсионеров России. Поэтому я так скромно и питаюсь. Все, я врубаю лук. А то сгорит к чертовой маме. Все, я ее вырубил. Друзья, я зажарил уже. Зажарку вылил. Все, теперь будет сейчас. Я вот выключаю, смотрите. Выключил я, все, ноль. И пусть доходит. Потому что я попробовал, картошка уже почти сварилась. Пельмени и подавно. А щавель вообще готовится несколько минут. Но я его заранее, чтобы его переварить, чтобы он... Ну, чтобы он был вареный. Все, пускай вот докипает сейчас, и я по стружению его буду хряпать. Попробуйте, друзья. Возможно, и вам это поможет прожить 36 лет, как и мне.